показываю наглядно, в каком состоянии находится у нас колесная арка. Автомобиль Lexus. Ну, конечно, намного лучше, чем задняя арка. Ну, коррозия, она, конечно, присутствует, но небольшие вот очаги. И вот сзади стойки, как мы видим. Вот пошла коррозия. И вот где крепится у нас подкрылок. Тоже тут коррозия. В основном, то есть, состояние хорошее. Сейчас будем пескоструить, и в конце я покажу результат. Закончили мы пескострунную обработку колесной арки. Вот в таком все у нас состоянии. Все аккуратненько мы отпесочили застойкой. То есть все труднодоступные места, где была ржавчина, мы отпескоструили. Так, это у нас имеется заводское напыление, то есть заводской герметик. То есть в этих местах он прям стоит плотно, то есть пескоструй его очень долго убирает, нет смысла его подрывать, потому что где была ржавчина, где герметик держался плохо на металле, он, естественно, отошел. Вот такие у нас имеются промежутки. Поэтому будем уже накладывать основной материал уже на колесную арку, без грунта, потому что металл тут в хорошем состоянии.